Всем привет, с вами Елена, и вы на канале Заказ USA. Сегодняшний обзор мой будет вот такой вот ветровочки с сайта Gymboree, которую получила я в размере 2T. Итак, давайте мы ее откроем и посмотрим. Вообще расскажу сразу, маленькое вступление. Gymba мне очень нравится, качество вещей там отличное, цены, конечно, кусаются, но если дождаться скидок, то можно купить по супер классным ценам. Вот, к примеру, вот эта ветровочка, она была по скидке, куплена за очень чисто символическую цену. Сейчас расскажу про нее. Значит, сверху у нас лицевая вот сторона, вот такая вот шуршащая, не промокающая ткань, то есть плащевочка. Плащевочка светлого цвета, видно белая, да, вот такой вот у нас леопардик или следы. Сложно даже сказать, что это, но они у нас не черные, как классические, да, а с вот таким вот ярко-розовым цветом. Рукавчик. Рукавчик у нас тонюсенький, на резиночке. Рукавчик у нас без подкладочки, но только вот подкладочка, которая идет сверху обычной плащевочки. Подкладочка полиэстер, я думаю, сейчас мы посмотрим, да. Очень удобно, смотрите, вот такая вот резиночка. Резиночка достаточно тугая, но она не будет давить ручку малышки, вот так вот, видите, она широкая здесь, но и будет очень хорошо держать, не будет ни промокать, ни задувать туда, ничего. Ветровочка мега удобная, мега легкая. У нас есть кармашек, вот такой вот маленький кармашек, вот он, один и второй. Кармашки по глубокости нормальные, сюда даже можно положить, по глубине, простите, можно положить даже перчаточки, либо же платочек, то, что нужно, так. Сама ветровочка у нас на змеечке. Змеечка у нас спрятана под такой вот двухсторонней планочке с плащевочки. У нас вот такой вот малиновая змеечка пластиковая. И бегуночек такой же, да. Подобрано все вот в тон, видно, да. Такого же цвета у нас внутри подкладочка. Все подобрано в тон, все продумано до мелочей. Ой, змеечка мягенькая, классненькая, удобная. Так, вот он наш сайт Gymboree. Вот так по составу. Давайте посмотрим. Сейчас мы посмотрим размерчик. Вот вам размер у нас 2Т до роста 91,5 сантиметра. Итак, по составу. Ну, состав 100% полиэстер, да, и подкладочка, все у нас 100% полиэстер. Внутри сама ветровочка у нас на флисике, тоненький флисик, но он будет тепленький. Во-первых, он очень приятный к телу, он настолько нежный, вот смотрите. Вот такой вот флисик, классный, правда. Он нежный, ветровочка сама по себе не будет казаться объемной. Не люблю, когда в ветровке, ну, скажем так, вшивают подкладочку с очень плотного флиса. Ветровка кажется такая вот надутая, прям объемная, и ребенок в ней, ну, я не знаю, как бочоночек прям ходит, не повернуться, ничего. Учитывая, что это ветровка, и вы не будете ее одевать на супер холодную погоду, поэтому такие сумасшедшие подкладки с толстого флиса, они не нужны. Вот это как раз самый классный вариант, когда вроде бы и холодно, и, возможно, дождливая погода, и прохладненько, да, и ты одел, и ребеночек не замерзнет, и, естественно, будет комфортно и тепло. Итак, теплота будет в меру. Значит, сейчас давайте мы закроем и посмотрим на наш капюшончик. Внизу у нас тоже такая же резиночка, вот как и на рукавчиках, да. Она очень удобная, она тянется не сильно, но слегка, вот видно, вот если потянуть, слегка тянется. То есть она будет малыша защищать все равно. Можно ее подвернуть и носить с напуском, если она будет слишком длинная. А можно носить и так. Итак, капюшончик. Вот такой вот у нас капюшончик. Капюшончик классный-классный, тоже с ветровочки. С вот такими вот ушками, смотрите, ну. Классная ветровочка, веселенькая, во-первых. Смотрите, вот они, наши ушки. Вот, ребеночек одел, ну вообще, куколка будет. И подкладочка у нас тоже на флисике. Если даже слегка замерзли, достаточно накинуть капюшончик и все. И уже не холодно. Сзади у нас такая же, вот она, однотонная, с такими, с расцветочкой такой же, как и спереди, да, никаких нет у нас там ни нашивочек, ни аппликаций, ни вышивок, ничего. Вот такая вот супер классная, мега удобная будет ветровочка для девочки. Я действительно рекомендую ее к покупочке. Давайте сделаем замеры и скажем, соответствует ли она заявленным размерам. Но скажу сразу, Gymboree на самом деле очень много вещей. 31 сантиметр у нас под грудью. Очень много вещей. 80% с Gymboree большемерит. Эта ветровочка, на удивление, 37,5 сантиметра длина. Эта ветровочка, на удивление мне, на удивление всем, пришла размер в размер. Как раз то, что нужно было для моей клиентки. Итак, 31,5 сантиметра у нас длина рукавчика, и внутренний шов у нас 22 сантиметра. Итак, еще что я вам не показала, смотрите. Вот, рукавчик будет сидеть не просто
Так, а вот он, смотрите, вот такая вот у нас фонарик. И вот вот так вот он будет сидеть на маленькой ручке. Ну, смотрите, как красиво. Действительно, настолько она яркая, нарядная. А то, что она белая, меня это абсолютно не пугает. Я думаю, вас пусть не пугает. Почему? Потому что, во-первых, плащевочка. Достаточно будет вытереть просто влажной салфеткой, либо же мокрой тряпочкой. Во-вторых, она настолько тоненькая, что ее достаточно постирать, и она будет сухая буквально через несколько часов, и ребенок сможет опять ее носить. Поэтому я никогда не боюсь светлых вещей с плащевочки, потому что их можно постирать, и они будут себя вести очень хорошо. Такие ветровочки у меня брали в разных размерах, в разных цветах, и все мамочки очень довольны, потому что твердили все как одно. Говорят, оделать джинсы, ветровку, и все. У меня ребенок всегда нарядный, все ходят осень, все такие мрачные, там темные, синенькие. А у меня ребенок говорит осенью, лучик солнышко. Вот, вот такая вот ветровочка. Все в джимбе, практически яркие такие веселенькие ветровочки, поэтому мне нравится. У меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!